Тур номер три готовится. Полуфинальные поединки юниоров до 45 килограмм. К первому полуфиналу готовится. Канаев Андрей, Рязань, Магомедов Булат, Дагестан. Мужчин-ветеранов, третье место занимает лагерь Игорь Караев.
И чемпионом стал Казуркаев Мадо, Чеченская Республика. Награждение проведет президент спортивного клуба Сарсуран Ахмедов Эльгин Лесович. Ценные призы для победителей и чемпионов предоставлено экипировочным центром Сонсудо, президент компании ЮМИН, исполнительный директор Сон Вячеслав Львович. Итак, весовой категории до 80 килограмм. Второе место занял Агаев Петр. Победителем стал Тихадзе Ливан. В этот славный день победы на пьедестале.
На ком...